Добрый день, дорогие мои зрители! Сегодня я вам хочу показать мастер-класс по маленькой красивой салфеточке. Салфеточка с 6 углами. Итак, начинаем. Делаем установочный ряд. Делаем петелечку. И в эту петелечку нам нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. Петелечку немножко подтянем, так чтобы было удобно вязать. И поехали. Первый столбик. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Соединяем соединительной петелечкой с первым столбиком. Так, соединили. Теперь подтянули петелечку, обрезали лишнее, оставил немножко кончик, чтобы потом заправить, и приступаем к первому ряду. Первый ряд у нас состоит из того, что нам надо сформировать уголочки. Их у нас 6. Итак, чтобы сформировать первый уголочек, нужно подняться на 6 петелечек воздушных вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделать накид и в основании этой же петелечки провязать столбик с одним накидом. Есть. Вот получился у нас первый уголочек. Делаем 2 воздушных петли. Между уголочками будет по 2 воздушных петли. Делаем следующий уголочек. Делаем накид. Пропускаем 2 столбика. Вот 2 петли вот этих в третий. Делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3. 4. Делаем накид и в это же основание продеваем крючочек, подхватываем ниточку и поднимаемся. Вот у нас получилось уже 2 уголочка. Снова делаем 2 воздушных петелечки. Снова накид. Пропускаем 2 петелечки в третью. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. В это же основание. 3 получилось уголочка. 2 воздушных петли. Пропускаем 2 петелечки в третью. Снова делаем уголочек. 1, 2, 3, 4. В основание.
Уже получилось 4 уголочка. 2 воздушных петли накид, 2 пропускаем в третью, 5 уголочек, 1, 2, 3, 4, 5 уголочек, и еще остался один уголочек. Снова 2 петли воздушных накид, 2 пропускаем в третью. Раз, два, три, четыре. Накид в основание. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 2 воздушных петли и соединяемся с первым уголочком. Воздушной соединительной петлей. Так, получилось у нас 6 уголочков. Теперь переходим на второй ряд. Чтобы перейти на второй ряд, нам нужно продвинуться к середине уголочка. Чтобы продвинуться к середине уголочка, нужно воздушными соединительными петелечками пройти к серединочке. Не спеша находим серединочку, протягиваем. И теперь, чтобы сформировать уголочек, нам нужно подняться на 6 петелечек воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделать накид и в основание провязать столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушных петелечки. И теперь делаем накид. Вот этот вот столбичек делаем столбичек с одним накидом. Вот так вот клеточка получилась. 2 воздушных петелечки. Накид. Следующий столбик делаем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушных петелечки. Дальше будем формировать следующий уголок. Делаем накид. Ищем серединочку. Подцепляемся. Четыре воздушных. Накид. И в это же основание уголочка получаем еще один уголочек второго ряда. Вот так. Получился у нас один уголок. Дальше 2 воздушных петли. Делаем накид и делаем столбик над столбиком. 2 воздушных петли. Дальше столбик над столбиком. 2 воздушных петли. Делаем уголочек, находим серединочку, 4, 1, 2, 3, 4 воздушных петли, накид в это же основание. Вот это вот у нас такой секретик, ну не то что секретик, а вот эти уголочки нужно провязывать очень внимательно, потому что можно сбиться. Во втором ряду получается 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 воздушных. Столбик над столбиком. 2 воздушных. Столбик над столбиком. 2 воздушных. Накид. Формируем еще уголочек. Находим серединочку. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. В основание.
Вот у нас уже получаются, смотрите, уголочки. 1, 2, 3. Дальше переходим к следующему. 1, 2, старание следующий. Так, снова столбик над столбиком. 2 воздушных. Столбик над столбиком. 2 воздушных уголочек. Серединочку ищем в уголочке. Ниточку поправим. Четыре. Раз, два, три, четыре. В основание. Так, 2 воздушных. Столбик над столбиком. 1 уголочек, 1 сторона, поехали. Это у нас уже какая? 5 сторона, да? 2 воздушных, столбик над столбиком. 2 воздушных, делаем уголочек. Так, 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. В основание уголочка и последняя сторона. 2 воздушных, столбик над столбиком, 2 воздушных, столбик над столбиком. Две воздушных и соединяем соединительной петлей. Так, итого смотрим. У нас получилось 2 ряда. Первый ряд, второй ряд. Теперь нам нужно перейти на третий ряд. Третий ряд вяжется также подобно второму. Переходим к серединке уголка соединительными петелечками. Так, перешли. Делаем 6 воздушных. 3, 4, 5, 6. Столбик с накидом в это же основание. Так, 2 воздушных. Столбик над столбиком. 2 воздушных. И теперь вяжем столбик над столбиком и между ними по 2 воздушных. Следующий столбик. 2 воздушных. Следующий столбик. 2 воздушных. Так, уголочек. Уголочек делаем, как и во втором ряду. Находим, делаем накид, находим серединочку. 1, 2, 3, 4 петелечки воздушных. В это же основание. 2 воздушных. И дальше снова столбик над столбиком.
2 воздушных, столбик над столбиком, 2 воздушных, уголочек, серединочка, 4 раз, 2, 3, 4. В основании немножко подтянем. 2 воздушных. Так, и смотрим. У нас получился третий ряд. Первый ряд, второй, третий. Третий продолжаем также вязать до конца. Это у нас сегодня первый урок. В следующем уроке я вам покажу, как вывязываются вот эти вот красивые такие арочки. Они вяжутся легко и просто. Салфеточка очень-очень красивая. Всем рекомендую ее вязать. Очень классная, вяжется буквально там за часик. Все, на этом прощаюсь. До второго мастер-класса урока. Пока-пока.